посвященный Дню космонавтики. Также мы его приурочили к подготовке наших старших ребят к финалу первенства России. Для нашей школы это знаковое событие, что наши ребята прошли в финальный этап. Хотим поблагодарить Министерство спорта за оказанную нам поддержку и помощь. Для нашей школы это большое достижение. Это очень интересный турнир. Здесь очень много сильных команд. Мы в этом турнире отрабатываем комбинации, быстрые прорывы, там дальние, трехочковые, из-под кольца. И спасибо все этому нашему тренеру, который нас учит. Турнир имеет больше характер притирки игроков друг к другу, наигрывания комбинаций, защиты, общих взаимодействий. Для ребят маленьких 2014 года это один из первых турниров по своему возрасту. Задачи стоят по оттачиванию технических действий, по психологической подготовке.